Привет, друзья, на канале Артамон & Флайф. Сегодня я снимаю свое очередное видео, в котором хочу рассказать, что же мне удалось купить не так давно в магазине Кик, когда были распродажи. Я туда ходил однажды и, увидев, что там идут распродажи, решил купить эти вещи для того, чтобы их в дальнейшем использовать. Сразу скажу, что бывают такие дни, когда бывают распродажи в магазинах, и могу также сразу сказать, что если это видео не нравится смотреть тем моим зрителям, подписчикам, которые давно живут в Германии и не закупаются в магазине Кик, то сразу выключайте, чтобы не расстраиваться, и не смотрите это видео. А кому интересно, потому что было много вопросов, запросов, точнее, в комментариях о том, чтобы я снимал наши покупки. И вот сегодня именно на эту тематику я буду снимать свое видео. Так что пошлите, посмотрим, что мне удалось купить по распродажам. Ну что, вот именно такие вещи я купил в магазине Кик. Мы ходили туда вместе с Инной недавно буквально. И вот попали на распродажу и купили такие вещи. Это, вот здесь вот лежат мужские майки, а здесь вот лежат женские майки. Ценники на этих майках по 1 евро. Вот видите, везде 1 евро. Здесь вот 1 евро везде. То есть каждая из этих майк стоит 1 евро. Вот эти первые две майки я покупал в Детском мире, потому что стоит ростовочка 170-176. Эти майки мне подходят. И я покупал их, можно сказать, в детском отделе, в Детском мире, да? Сейчас я вам покажу, как все это выглядит. Начнем, наверное, мы с женских майк. Такая вот майка серого цвета с номером 1. Я буду их потихонечку брать и убирать в сторонку. Вот такая вот майка стрейч. Стоит все это, каждая, как сказала, майка стоит 1 евро. Вот такая вот майка стрейч. Вот такая вот майка стрейч. Нет, это не стрейч уже, это простая. Да, это простая. Здесь цвета повторяются, но мы взяли, потому что дешевые были вещи. Майки всегда нужны, потому что они изнашиваются быстро довольно-таки. Вот такая вот майка. Вот такая вот майка. Вот такая вот стрейч майка. Вот такая вот майка с надписью черная. Вот такая вот белая майка. Вот эта вот майка, которая белая, она вообще стоила 8 евро. Вот видите, тут еще тут тоже 8 евро. 4 евро стоили, 8 евро стоили. Я их купил все по 1 евро. Вот такая майка, опять же, серая. Вот такая вот майка. Так. Вот такая вот стрейч майка. Вот такая вот красного цвета стрейч майка. Вот такая вот майка спортивная. Мы ее покупали однажды за 7 евро 6,99 по нормальной цене, а сейчас она была по 1 евро. Ну и такая вот еще один раз майка. Тоже цена была 8 евро этой майки. Теперь перейдем мы на мои майки, которые я купил себе. Это вот две таких майки, которые я купил в детском отделе. Они абсолютно одинаковые. Потом вот такая вот майка. Вот такая вот черная. Вот такого формата майка, серого цвета. Вот такая вот белая. Такого цвета майка светлого. Такого черного цвета. Такого белого цвета. Вот такая вот маечка. Такая майка. Черного цвета майка. Запутались у меня между собой ценники.
вот такого цвета майка серого. И вот такая вот черного цвета майка. Получилось, что я купил себе 14 мужских майк, и если бы это была нормальная цена, то мне нужно было бы за них отдать 64 евро. А я всего лишь навсего отдал 14 евро. Экономия 50 евро. И на свою очередь себе купил 15 майк женских, и общая сумма, если была бы нормальная цена, нужно было бы за них отдать 89 евро. А мы всего лишь навсего отдали 15 евро. И тем самым мы сэкономили 74 евро. Общая сумма покупки у нас получилась, если была бы нормальная цена, 153 евро. Но мы за все это отдали всего лишь навсего 29 евро. Тем самым мы сэкономили 124 евро. Таким образом, друзья, я вам в этом видео рассказал, насколько мы закупились майками. Майки, как я сказал, всегда нужны и мужские, и женские, потому что они носятся, и у этих вещей есть такое свойство портиться. При многочисленных стирках они меняют цвет, приходит негодность, поэтому майки нужны всегда. И, как я сказал, именно попав в этот день в магазин Кик, мы купили такое большое количество майк. Это 14 мужских майк и 15 женских майк. И заплатили при этом всего лишь навсего 29 евро, а не 153 евро, как это нужно было заплатить. Для тех, кто проживает здесь в Германии и не ходит в магазин Кик, пожалуйста, не ходите, не закупайтесь там. Потому что я знаю мнение многих людей, которые здесь проживают в Германии. Они говорят, что в Кике вещи плохие. И что туда не стоит ходить закупаться, потому что там просто-напросто, по их словам, ширпотреб. Но на самом деле, даже если вещи не очень хорошего качества, их можно носить, то есть хоть каждый день одевай свежую майку и носи ее. А когда она испортится, можно ее выкинуть и будет не жалко, потому что стоимость одной майки всего лишь 1 евро. Но я не скажу, что качество плохое этих майк. Нормальное качество. Вот эта майка, которая на мне, я уже ношу на протяжении нескольких месяцев. Она была также куплена в магазине Kik, но она была куплена за 3 евро. И вот если бы я немножко подождал, то я ее мог купить бы также за 1 евро. Надеюсь, мое видео вам было интересным. Смотрите мои новые видео. Подписывайтесь на мой канал, те, кто не подписался. Для того, чтобы самым первым знать о выходе новых видео на мой канал, на моем канале Артамонов Лайф. Рядом со словом «подписка оформлена» нажимайте на колокольчик, когда самые первые вы будете знать о выпуске моих новых видео. Потому что видео выходит не как бы в одно и то же время, а они выходят по-разному. Допустим, я загружаю видео в ночь, и поздно вечером выходит новое видео. Иногда я загружаю видео рано утром, и рано утром выходит новое видео в эфир. А я благодарю вас за просмотр, желаю вам всего доброго, всего хорошего и без бальт. Tschüss!